Каждый из нас хотя бы раз мечтал, чтобы у него была возможность как можно дольше оставаться молодым и красивым. Конечно, косметология и другие особенности современной медицины способны на многое. Но в мире есть специалисты, которые уверяют – все в наших собственных руках. На что, по их мнению, способен организм человека, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии Ольга Стевка, врач-специалист нейролингвистического программирования. Здравствуйте, Ольга, еще раз. Здравствуйте. Это очередная наша с вами программа. И мы уже не раз рассказывали и доказывали в наших беседах, что мы сами лично способны действительно на многое. И сегодня мы затронем такую интересующую, наверное, больше все-таки женскую часть нашего населения, но тем не менее, я думаю, мужчинам тоже будет интересно, тему красоты, молодости. И опять же, здесь мы сами кузнецы своего счастья, получается. Вы давали интервью на Всемирном конгрессе медицины и омоложения. Могли бы вы нам рассказать, к каким открытиям ученые пришли за последнее время в этой сфере? Да, я живу, работаю в Сан-Франциско, и этот конгресс, он происходит в Лас-Вегасе каждый год. И одна из моих специализаций – это омоложение и долгожительство. И на этом конгрессе собираются, может быть, 5000 врачей со всего мира. И они делятся, не все они делятся, а ведущие специалисты, они ведут лекции, семинары там. И также как экспозиция, да? Угу. И они делятся самыми новыми методиками и научными исследованиями. И очень-очень интересно, куда это все идет, так скоро это развивается быстро. И давайте поговорим конкретно, да, что какие открытия интересные сделали в последнее время? То есть, например, вы говорили про то, что наш организм сам способен продлевать себе жизнь. Это так, если простым языком говорить. А расскажите нам немного с научной точки зрения, каким образом? Да, что открыли в науке, открыли несколько вещей, я вам расскажу одну. Когда хромосомы, человеческие хромосомы, они имеют, вот хромосома, она вот так вот выглядит, и на конце каждой хромосомы как бы одет, как бы как колпачок. Это называется телемеры. И наука сейчас показала, что какие-то, может быть, стрессовые реакции или заболевания, они вызывают вот это теломера, укорочению теломеры. И потом это все, теломера, она с каждым разом укорачивается короче, что приводит к очень быстрому старению и в конечном итоге к смерти. И в науке сейчас они делают исследования, что может повлиять на замедление укорочения теломеры и даже наоборот, чтобы она длиннее стала. И они сейчас нашли кое-что, что может повлиять. И, например, я знаю, что один мой знакомый, доктор Кук в Стэнфорде, он делал исследования, он мне рассказывал, с мышами. И что-то они применяли, какой-то препарат, я точно не знаю, если это инъекция или орально. И мыши обычно живут, может быть, 3 года. Угу. Их мыши прожили 6 лет и оставались молодыми. То есть еще то целую жизнь свою прожили, да, в 2 раза они жизнь продлили, и мыши молодо выглядели. А что для этого нужно делать? Вы также работаете именно в этой сфере и помогаете людям становиться моложе. Я работаю немножко с другой стороны. Ведущие врачи в Америке, они доказали, что самое важное, чтобы предотвратить быстрые процессы старения и дольше жить, это снятие стресса и улучшить сон, чтобы сон стал глубоким и достаточно сна. Потому что, конечно, можно правильное питание, занятия спортом, всякие пищевые добавки. И только они показали, что
два из самых-самых важных, вот то, что я сказала. И то, что я делаю, я нахожу у своих клиентов, что причиняет стресс или бессонницу. Это, как правило, что-то неразрешенное, либо что передалось генетически, либо с детства. И то, что неразрешено, оно формирует лимитированные убеждения и внутренние конфликты. И сейчас также наука доказала, показала в экспериментах в Англии, в Америке, что кое-какие травмы, все травмы неразрешенные и эмоции, которые не разрешились, например, стресс либо грусть, либо еще что-то, злость, оно может передаваться генетически. То есть генная экспрессия идет на что-то, что может быть похоже. Моя теория, что похоже было в окружающей среде, либо люди, либо голос, либо что-то тактильная чувствительность, звуки, то, что было во время травмы генетически, или что-то событие, война может быть какая-то. И тут же идет стрессовая реакция в организме. Это может происходить часто. Либо кино смотрите, что напоминает, либо что-то в окружающей среде напоминает. А мы даже можем этого не знать. Нет, никто не знает никогда. И вызывает реакцию стресса часто. И эта реакция стресса, она меняет гормоны. Она образует кортизол, адреналин. И, например, переизбыток кортизола, он ведет к воспалению в организме. И тогда это воспаление в конечном итоге ведет к быстрому старению. Угу. То есть вы снимаете также стрессы клиентам, которые впоследствии от них благополучно избавляются? Да, и помогаю со сном тоже. Угу. То есть моя теория, все, что происходит, эмоциональное ваше поведение, это не только моя теория других людей, это все подсознательные убеждения и внутренние конфликты, и что в окружающей среде смотришь, оно выявляет эти, реагирует. Угу. Потому что эти убеждения, подсознательные конфликты, происходят, во-первых, реакция как рефлекторная, либо нервной системы, а потом биохимическая идет, биохимическая реакция и меняется, гормоны, эндокринная реакция и иммунной системы, и кардиоваскулярная реакция. Что все организму, он не отдельно, например, иммунная система одна сама по себе работает, эндокринная сама по себе, оно все вместе. Нервная система напрямую влияет на иммунную, на эндокринную. Так что, когда вы стресс снимете, будет положительная эмоция у вас гормоны в положительную сторону тоже поменяются. То есть все это даже и легко подтверждается научно. Да. Получается, что красота – это гармония действительно в прямом смысле слова. Да, это, вы знаете, я верю, хотя мы про омоложение говорим, давайте немножко про красоту поменем. Конечно. Потому что красота истинная будет, когда человек здоров. Не будет истинной красоты. Например, если красавица, если какие-то заболевания такие серьезные, то это на коже скажется, на цвете глаз, на блеске глаз, на тургоре кожи. И красота, по моему мнению, например, вы никогда не задумывались, например, я смотрю, когда американский фильм, тот же самый актер, он в одном фильме или актриса может быть страшным, а в другом, ну, красавица или красавец. В зависимости, какую роль играет. Вы не замечали такое? Да, конечно, конечно. А почему такое? Потому что как они играют, они не просто изображают. Они переживают через свой ум. Они внедряются в эту роль. Вы изучали это, да? Да. Когда внедряешься в эту роль, то мысли поменяются. Даже, может быть, они имитируют убеждения этого человека. И тогда биохимия поменяется. И тогда это будет визуально, как они выглядят. Потому что если вы, например, эмоции положительные, радостные, вдохновленные, и
Например, доктор Стивен Синатра, про которого я упомянула раньше, всемирно известный кардиолог, он сказал, когда вы любите кого-то и вас любят, эта иммунная система, она так хорошо работает, и как вы выглядите меняется, то есть цвет лица розоватый, то есть сосуды кровь приносят. И поэтому очень важно, как вы себя чувствуете, это повлияет генэкспрессия на ваши все системы и даже на вашу красоту. Ольга, я думаю, что очень важно сказать о том, какую роль в этом всем играет наш мозг. Правильно? Расскажите нам, пожалуйста. Мозг влияет огромную роль. Когда, например, я училась в медицинском институте, то нам говорили еще по тем временам, и в Америке тоже говорили, что нервные клетки не восстанавливаются, и мозг не может восстановиться, заново омолодиться и возобновить былые функции. И в Америке сейчас доказали, называется neuroplasticity of brain, что plasticity – это пластичность мозга, и что возможно мозг восстановить при определенных условиях жизни и лечением методикам. И, например, есть очень известный психиатр, доктор Эймен в Америке, и он делает сканирование мозга. И вот он показал, что, например, был мужчина, и мозг у него, 70 лет ему было, и мозг выглядел на 70 лет. И потом с определенными методиками и питанием мозг буквально за, может быть, несколько месяцев стал выглядеть, как будто 45 лет. И этот мужчина стал моложе выглядеть. То есть очень важно, что в мозгу происходит. И чтобы мозг улучшить и пластичность мозга была, это нужно очень важная когнитивная функция, чтобы каждый день о чем-то думать, что-то, когда новое что-то читаешь, изучаешь. Даже если язык стали изучать для себя какой-то новый, то очень хорошо. Или что-то новое изучать, читать, изучать. И также очень питание, что определенные какие-то, например, рыбий жир принимать или какие-то пищевые добавки. И обязательно нужно стресс убирать. И тогда можно мозг поменять очень сильно. То есть начинать нужно не с пластических операций, как многие думают, да, а именно изнутри, начинать со своего организма. Пластическая операция, она поменяет, она натянет кожу. То есть морщины эти натянет, оно не продлится долго. Это, например, как метафора, например, цветок у вас. И вы будете поливать только листья и растягивать, и гладить их. А корни не будете, насколько это продлится долго. То есть цветок засохнет и умрет в конечном итоге. Это нужно все на клеточном уровне и на мозговом уровне все это омолаживать организм. Очень также интересные есть примеры, я знаю, у вас, когда людей более старшего возраста, да, помещали в определенные условия. Расскажите об этом. Да, да. Эксперимент этот проводился, я не помню где, может быть, в Калифорнии. Взяли эти ученые группу людей. Этим людям было, по-моему, за 60 лет, может быть, 65, может быть, больше. И их спросили вопросы, когда они были молодые, может быть, 20, 25, 30 лет, что они любили, какой вид музыки, или какая обстановка у них была, например, в доме. И им создали такую обстановку, похожие цвета, похожая мебель, похожее что-то и музыку. И что они нашли, что через короткое время замерили их, может быть, я не знаю, биохимию крови взяли, что-то еще, я не знаю, какие замерения сделали, может быть, мозга, посмотрели сканы или волны, и они увидели, что организм омолодился. И то они есть даже за небольшой промежуток времени? За небольшой. Даже эти люди, они стали, как они себя вести стали, более энергично, более как молодые. И я не удивляюсь, потому что что в округе находится, очень важно.
если что, особенно что-то напоминает, что может напоминать положительное, а что негативное, это меняет и даже биохимию тела. Так что очень важно себя окружать, если молодыми хотите остаться, то, что напоминает положительное с детства, либо не с детства, а с молодости, может быть, и с детства, с молодости, то есть какие-то даже фотографии себя молодой, и слушать музыку, может быть, вы на дискотеке танцевали под эту музыку, когда молодой, потому что эта музыка будет напоминать, как вы себя чувствовали, эмоции, а эти эмоции, да? будут гормоны возобновлять, положительные, и также клетки, все будет, генэкспрессия будет идти. То есть сказали про гормоны, у нас буквально недавно в гостях также на этой программе был известный эндокринолог, которая рассказывала о том, что недавно на каком-то из конгрессов ученые доказали уже, что человек способен жить до 120 лет, но только ему нужно поддерживать баланс своего организма, правильный гормональный баланс, да, и так далее. В принципе, то, о чем вы говорите, да, испытывать больше положительных эмоций. Это действительно так получается, это уже доказано и специалистами. То есть, по сути, вы действительно согласны с тем же, что человек может жить до 120 лет? В Америке наука показала, человек может жить до 100 лет, может быть, и больше. И я видела по телевидению, женщина какая-то в Америке 119 лет. И она довольно-таки двигается и разговаривает, и довольно-таки хорошо выглядит. И кто у вас был на передаче, этот врач сказал, что гормоны на все влияют, не только гормоны. И гормоны важны, и иммунная система важна, и кардиоваскулярная система. Все важно, чтобы дожить до такого возраста. И если одному человеку это возможно, то будет возможно всем. Потому что нужно найти, что это причинило у этого человека столько жить долго и, может быть, хорошо выглядеть. Потому что, например, опросили в Европе долгожителей и спрашивали вопросы, что повлияло на ваше долгожительство. И многие сказали, что как они смотрят на вещи более позитивные. Также многие сказали, что они поют. Вы не должны быть певцом, а, например, в душе поете для себя. И это положительную биохимию налаживает. И доктор Стивен Синатра сказал, что самый лучший способ упражнений – это танцевать. Вам не обязательно идти куда-то на танцы, музыку, и, как он сказал, включайте музыку молодости и танцуйте для себя. И это самое хорошее упражнение, и также эндорфины, гормоны, и будете омоложаться. То есть действительно секрет, он не такой уж и сложный. Он да. на самом деле очень простой. И то, что нам советуют специалисты разных сфер, также говорила наш эндокринолог, который был у нас в гостях, да. говорите сегодня вы, что нужно в целом подходить правильно ко всему, да, на проблемы сильные, не зацикливаться да. на проблемах, и, правильно? Да, я также добавлю, потому что в Америке различные две группы спорят, ученых и врачей, про гормоны. Одна группа, она за то, чтобы гормоны давать. Bioidentical, как они по-русски говорят, чтобы биоидентичные, да, скорее всего, да. гормоны. А другая группа категорически против. И вторая группа, как она объясняет, они говорят, что если давать гормоны, то ваше тело станет ленивым, не будет продуцировать эти гормоны. И невозможно замерить каждый день, какие дозы, чтобы проверять, достаточно или сильно много. Потому что передозировка гормонов, она к плохим последствиям может, к отрицательным, провести. И поэтому, что вторая группа говорит, что нужно питание специальное, либо диетические добавки, пищевые добавки, витамины, которые будут продуцировать, как буст будет, гормонов правильные. И также, что я делаю, обязательно нужно убирать стресс и хорошо спать, потому что гормоны тоже, они сбалансируются. Вот как можно убрать этот стресс перед сном? Я знаю, что у вас есть такой достаточно простой метод, который действительно работает. Эта методика, она
позволит как бы ум расчистить от всяких беспокойств и мыслей. И как это нужно сделать? Когда вы ложитесь спать, можно это лежа сделать, можно закрыв глаза, можно открыв. Представьте перед вами экран компьютера и подумайте, какие у вас мысли. Например, мысли о работе, мысли о собачке, мысли о ребенке. И поместите каждую мысль в виде иконки, как изображение, либо слова, например, собачка, ребенок, например, важное совещание. И все это будет на экране. Потом представьте, что вы делите на правую сторону, вы помещаете все, что положительные эмоции вот эти мысли приносят. Угу. На левую сторону, что приносит отрицательные мысли. Что приносит отрицательные на левой стороне? Представьте, что мышка у вас компьютерная, и вы нажимаете и закрываете одну за другой эти иконки, пока они не исчезнут. А потом на правой стороне вы фокусируетесь на иконке, которая положительные эмоции, мысли вызывают. И вы открываете каждую буквально на несколько секунд, чтобы хорошо почувствовать, а потом закрываете, пока они не исчезнут. А потом, когда голубой просто экран остается компьютерный, вы мышкой нажмете и выключите компьютер, когда он темный экран, и глубоко вдохните 3 раза, выдохните и засыпайте. Не будет уже таких мыслей и беспокойств. Спасибо большое за совет. И я хотела также попросить вас рассказать о результатах омоложения того самого. На сколько лет способен, ну, например, вот ваш клиент помолодеть, используя эти методики? Да. Что я делаю своим клиентам? Я убираю неразрешенные травмы генетические и детства. И также трансформируемые лимитированные убеждения, которые вызывают стресс или внутренние подсознательные конфликты. Угу. И у меня были клиенты, потому что от этих убеждений и внутренних конфликтов у них был очень большой стресс или бессонница. И либо они спали, но поверхностно, потому что очень важно глубокий сон и хотя бы 6, 7, 8 часов спать. И когда мы разрешили такие основные убеждения и эмоции, очень интересно, что они помолодели прямо на глазах. За недели или, например, 3 месяца. И даже у меня был один клиент, ему было, по-моему, под 70 лет. И у него много морщин, желтоватый цвет кожи, блеска в глазах не было, такая сутулая осанка была. Когда разрешили, осанка стала нормальной, блеск в глазах, розовый тон. И морщины практически, кроме маленьких, исчезли. Он так изменился, он буквально на 15-20 лет помолодел, что его друзья его спрашивали, к какому ты пластическому хирургу пошел, такую замечательную операцию сделали, хотя он ничего не делал. И также женщины тоже. Морщины темные, круги под глазами ушли. Когда убираешь, когда помогаешь бессонницу разрешить и стресс убрать. Угу. То есть, опять же, мы пришли к тому, да, давайте подведем некий итог разговора, да. Что... Следите за собой, побольше спите, поменьше нервничайте. Побольше будьте внимательны спите к себе. Если достаточно спите, когда сильно много спят, тоже приводит к недолгожительству. Когда, например, 13 часов некоторые спят, очень много, это тоже не так не полезно. Надо, может быть, до 8 часов так спать. Но когда сильно устал, не выспался, конечно, можно иногда 9-10, но не постоянно. В общем, все хорошо в меру и везде хороша, да, золотая середина. Да, да. И умеренно меньше кушать, потому что переедание тоже влияет. Спасибо вам большое за ваши Пожалуйста. Советы, за то, что вы к нам опять приехали. Мы снова ждем вас в гости, чтобы вы рассказали нам много интересного о новых открытиях в области медицины. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.